Lo-fi – низкое качество. Направление в музыке – инструментал с низким качеством звука. Это значит, что мы должны обработать инструмент таким образом, чтобы он напоминал старую кассету. Конечно, можно наиграть что-нибудь в пиано-роли, но я решил взять сэмпл с саундтрека к игре Minecraft. Minecraft. Среди всех саундтреков мне приглянулся Hack Storm, а именно вот этот отрывок. Окей, загружаем трек в FL Studio и подстраиваем темп нашего проекта под темп саундтрека вот таким образом. Вырезаем понравившуюся нам часть и подгоняем первую ноту к началу такта для удобства. Далее включаем режим Stretch и немножечко замедляем сэмпл, дабы придать ему более ламповую атмосферу. Также в этом вам может помочь изменение питча. Выделяем то, что у нас получилось, сохраняем в MP3 и вставляем измененный сэмпл, как уже отдельный аудиофайл, чтобы определить его новый BPM. В ходе компоновки у меня возникла проблема. Партия снейра не сочеталась с сэмплом, даже при правильном BPM. Посудите сами. Дело в том, что в первом и третьем такте сэмпла было 3 доли, а во втором и четвертом их 4. Я исправил это следующим образом. Отделил последние ноты первого и третьего такта и замедлил их в 2 раза, предварительно сделав уникальными, чтобы замедлились только они, а не весь сэмпл сразу. Таким образом, я закрыл лишние дыры и сделал этот сэмпл пригодным для наложения ударных. Теперь самое главное. Передаем нашему сэмплу эффект Lo-Fi. В этом нам поможет параметрик с пресетом радио. На слух я решил дать параметрику 60%, дабы сделать звук плохим, а не убогим. Также отличным ходом будет добавление бесплатного плагина винил, который и даст нам ту самую виниловую теплоту. Ударные я постарался сделать плюс-минус тихими, за исключением кика и снейра. Я предпочел сделать пинающийся кик. Тихий бас по кику. В качестве снейра взял 2 сэмпла барабана в перемешку с трэп-снейром. На хэ-хэты накинул реверб. Добавил низкие хэты. Open хэт в начале партии. Open хэты в конце второго и четвертого такта. Немножечко перкуссии. Немножечко рим-стиков. Отрегулировал громкость, а также чуть-чуть расширил ударные с помощью A1 Stereo Control. В заключение я добавил на мастер-канал Soft Clipper, немножечко Sound Goodizer и Parametric с пресетом на срез лишних низких и высоких частот. И вот что у меня получилось в итоге. Ну а на этом все. Надеюсь, был полезен. Если так, то ставьте палец вверх, делитесь своим мнением в комментариях и спасибо за просмотр. Пока!